Благодать и мир вам, дорогая церковь, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Перед началом проповеди я желаю прочитать место Священного Писания, которое записано в послании Тита, 2 глава, 11-14 стихи. Послание Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это очень богатое место Священного Писания, такие прекрасные стихи. Но мое желание обратить внимание, я назвал проповедь свою такой темой. «Явилась благодать Божия, научающая нас». Знаете, как-то прошло время, я привел два примера, которые я прочитал. И эта проповедь у меня оказалась незаконченной. И знаете, я внутреннее побуждение имел, чтобы поговорить и закончить эту проповедь. И это были два примера, которые я прочитал. У нас прошли лагеря, и между лагерями до и после были два бракосочетания, когда мы здесь радовались, когда мы просили Бога, чтобы Бог благословил жениха и невесту и соделал одну новую семью, христианскую, нашей семьей. В одной церкви было сочетание, зашли жених и невеста, и все ожидали, сейчас будет молитва и наставление. Но знаете, невеста подошла, взяла микрофон и обратилась, говорит: «Я хочу перед началом обратиться к своему папе и сказать ему благодарность за то, что, когда я была в подростковом возрасте, я не была послушным ребенком. И отец мне запрещал и ставил ограничения. Это меня всегда раздражало». И он однажды подозвал меня, посадил и говорит: «Доченька, я вижу, что ты раздражена, но я хочу сказать тебе нечто. Я люблю тебя, и я желаю помочь тебе сохранить белую дорожку к твоей брачной жизни. Ты сейчас не понимаешь, но доверься мне, а придет время, ты поймешь». И она говорит: «Я теперь понимаю, сознаю, и я благодарю тебя, папа». Второй пример – это молодой человек, он о себе описывал. Он рос и воспитывался в семье, где была мама и отчим, степфадер, не родной отец. Этот отец был очень суровый человек, и он его воспитывал строго, и он должен был быть послушным всему, чему он говорил. И мальчик говорит, этот юноша говорит: «Я когда был, думаю, я вырасту, я тебя отомщу». Такое внутри было состояние. Но отомстить он не смог. Его отчим, он рано умер, а юноша, когда вырос, стал самостоятельным. Они жили в Сибири, и он поехал в тайгу, и случилось, он провалился в полынью со снегоходом. Промок, выскочил оттуда. Был мороз страшный, зима. Он понимал, что короткое время его одежда станет колом, и он замерзнет. И тайга, она не прощает, она забирает души у ослабевших. И он говорит: «Я тогда вспомнил все, что меня отец учил. Он собрал сухие иглы, достал спички, они мокрые. Он вспомнил, как отец учил, высушил их об волосы, спичку, высек огонь, и огонь загорелся. Он сделал костер, снял одежду и упал на колени. Я, говорит, впервые в жизни благодарил Бога за строгого отца, который меня воспитал настоящим мужчиной, который не дал мне умереть здесь в тайге, замерзнуть. А вот у меня теперь рассуждение, вот в нашей такой семье, а вот в внутреннем состоянии, я думаю, особенно в подростковом возрасте. Что такое подростковый возраст? Я не знаю, как по-английски оно как-то формирует, ну как, говорится или нет, по-русски это говорилось, когда физический рост обгоняет умственный рост.
Поняли меня, да, дети? Когда человек растет, а ума еще, как сказать, не набрался. Это называется подростковый возраст. Это когда часто дети делают трабл. И когда формируется характер, мы можем это физиологически объяснить все, но когда не хочется повиноваться, когда мама опять говорит, одежда это тебе не подходит, когда мама опять говорит, ой, не ходи до этой пары, когда мама говорит, краситься тебе еще рано. Кстати, эстетика говорит, когда женщина начинает краситься, то это говорит о том, что ее возраст уже уходит. И когда девочки в таком возрасте даже не надо краситься, когда юноша хочет пойти на какую-то вечеринку, а отец или мама говорят, нет, сын, туда нельзя ходить, опять нельзя. И вот это внутреннее состояние, когда мне говорят, а я не хочу делать, это так объясняется молодому пареньку сказали, сядь. Он говорит, я не хочу сидеть. Я сказал, сядь. Он говорит, я сел, а внутри я все равно стою. Вот это вот внутреннее состояние, ну, не покориться. Как с ним бороться? Как с ним примириться? Есть ли выход из этого? Это состояние внутреннее прекрасно описывает нам Слово Божие. Это книга Библии, это такая книга, на все вопросы дает ответ. И вот в послании к римлянам, в 7 главе, 18, 19 и 24 стих прочитаем. Здесь апостол Павел пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание доброго есть во мне, а чтобы делать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Вот оно, внутреннее состояние человека. Когда внутри есть вот это вот противление. Мы живем среди этого мира. И знаете, можно много свидетельств приводить. Чем заканчивается, когда родители позволяют, или когда дети не повинуются родителям, и идут туда вместо увеселения. Оттуда возвращаются грязные, испорченные, потерявшие белизну и лишившиеся благословения в будущей жизни, семейной жизни, во взрослой жизни. Когда юноша идет на паре, а там издалека хочется посмотреть, а поближе подошел, там дым, там алкоголь, там наркотики, и там то, о чем Слово Божие предупреждает и говорит. Притчи, 23 глава, 29 стих. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, не смотри вино, на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживает ровно, впоследствии, как змея оно укусит тебя и ужалит аст, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно. Вот оно, итог того огонька, на который хотелось посмотреть и приблизиться к нему. Как-то брат мне рассказывал, друг мой, у них на работе работала студентка, девушка, в летнее время. Она в христианской семье выросла, они знакомы хорошо были. И когда она работала, смотрит на нее, на теле татуировка сделана. Он говорит, а что это у тебя? Она, а что, нельзя? В Библии же не написано. Он говорит, ну почему не написано? В Библии все написано. И когда мы читаем первую книгу, когда Бог, обращаясь, говорил в книге Левит, 19 глава, ради умершего, 28 стих, ради умершего не делай надрезов на теле вашем и накладывай на себя письмен, я Господь, не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом,
31 стих. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам, не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Бог всегда говорил к народу своему. Она говорит, и мама мне тоже сказала. В смысле, она знает прекрасно, но хотелось не послушаться, а найти себе оправдание. Знаете, смотришь на настоящий мир, на сегодняшний мир, на 2018 год, и мне кажется, когда как эпидемия пришла на мир, эпидемия татуировки. Я думал, может быть, только у нас здесь. Мы ездили на Украину, я смотрю, там молодежь, девчонки, разукрашены портачками, все тело. Я езжу по работе на центре города. И знаете, какой из бизнесов само легко out of service умирает? Это пищевой бизнес. Но чтобы открыть мне сегодня бизнес какой-то, шашлычную или лагманную, мне нужно сколько инстанций пройти и получить разрешение, если только дадут разрешение. А вот татюшап, они не умирают. И кто им дал разрешение ставить в городе и наносить на детей, на молодежь, на людей эти печати, эти письмена, которые и в старости, и даже в гробе они не смоются. Я верю, я хочу надеяться, что церковь это не коснется. Только, знаете, больно бывает, когда юноши, а сейчас смотришь, и девицы, когда они родились в христианской семье, выросли, а потом хотят в мир немножко заглянуть, туда ступить ногой, а там болото, грязь. А потом, когда приходит оттуда, а на них как штамп греховной жизни. Когда я был молодым, служа даже в армии, у нас многие были, потому что христиан отправляли туда, где и те, которые уже в молодости успели побывать в тюрьме. И там много были, которые на себе имели наколки. Но это означало, что я был в тюрьме, сидел по такой-то статье, там все означало. И когда мы видели в молодости моей на человеке наколки, значит, этот человек уже посидел в тюрьме. Знаете, как отпечаток был. А сегодня смотришь, это украшение. Но я верю, что церковь это не коснется. Слово Божие говорит нет. Бог говорит нет. А вот общество, я поражаюсь, почему там молчат об этом. Почему в обществе разрешаются ночные клубы, и туда дети идут и гибнут там. Но я радуюсь, когда днем едешь среди колледжа, и когда видишь наших юношей и девиц, они как светлячки, их видно. Дал бы Господь сохранить себя в чистоте. Вы знаете, часто человек ищет оправдание себе, а внутри он точно знает ответ. Это Александр Кириллович Сипко, он вел как-то беседу и привел такой пример интересный. Говорит ко мне молодой человек так в разговоре, говорит, а вот скажите, Александр Кириллович, а вот нигде не написано, можно на дискотеку ходить? Он говорит, можно. А курить можно? Не написано же. Он говорит, можно. А пиво пить христианину можно? Он говорит, можно. Он говорит, подождите, а какой же он тогда христианин? Если он на дискотеку может идти, и пиво может, и курить может. Вот видишь, ты, говорит, сам дал ответ. Такой не может быть христианин. Христианин, он всегда от мира отделенный. Часто мы ищем просто оправдание себе. Так вот у меня вопрос другой. Дорогие друзья, дорогие молодежь, подростки, как быть с тем конфликтом внутри, который бывает? Вот когда папа и мама говорит, а у меня внутри вот такое вот состояние. I hate. Опять мне запрет, опять не пускают. Можно ли как-то избежать этого? Я понимаю, все по характеру разные. Кто-то посадил в уголочке, он до вечера будет сидеть, пока уснет. А другой, он очень подвижный, таких больше. Я понимаю, в смысле, я сам не из тех, кто сидит в уголочке. А вот знаете,
книга Библия дает ответ. Как во все время, в детском, в подростковом, в молодежном и в взрослом времени прожить жизнь и иметь радость? Я попросил братьев, и они сейчас высветят одну евангелизационную такую схему. Она простая. Я понимаю, что человек воспринимает ушами и глазами. Вот видите, кружочек – это душа человека. Внутри, видите, это трон, это кресло, где сидит «э». Это русская буква, но означает не русское слово «эго», то есть «я», «моё». Это адамовская, евовская природа, та, которая передается нам по наследству. Она в центре, она на троне. И вот ей не нравится, когда говорят «это нельзя», «это можно», «это так поступать». Ей не нравится. И внутри это вся наша жизнь. Все дела, они разбросаны как попало. Это месс абсолютный внутри, в душе человека. А вы видите рядышком крестик? Это Господь Иисус Христос. Потому что послание к римлянам, оно не заканчивается 7 главой. «Бедный я человек, кто избавит меня». А вот 8 глава с 1 стиха говорит: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, а по духу, потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие дети, вот эту схему, которую нам сейчас высветят, вы ее запомните на всю жизнь. Она у меня в памяти, она у меня передо мною. Это наша жизнь, где внутри мое «я», моя адамовская, евовская природа осталась, и она требует к себе. И вот рядом Христос. Слово, которое записано в Откровении: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет, я войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». И вот оно второе. Обращенный человек. Его жизнь управляется Христом. Внутри, на троне, воссел Иисус Христос, который вошел в жизнь. А мое эго, мое я, оно в стороне. И жизнь теперь упорядочена, потому что Бог управляет. Христос управляет жизнью моею. А вот как это сделать? Это вопрос практики. Для меня очень важно, когда мы говорим, как в практической жизни, когда я понимаю, когда осознаю, как мне быть, как выйти из этого положения. Простое слово библейское – покаяние. Покаяние. Когда я осознаю, что я, неважно, что я родился в христианской семье. Я помню, когда у нас на испытатель перед крещением Кристинка говорила о себе, она сказала, что она слышала проповедь, ее осуждала. Она родилась в христианской семье, она не сделала ничего плохого, она никого не убила, даже банк не ограбила. Послушный ребенок был, но она понимала, что внутри она имеет греховную природу, евовскую, адамовскую природу. И она обратилась в молитве покаяния к Богу. Вот оно, начало новой жизни. Когда мы сознаем, что мы греховные, а на кресте Голгофском есть жертва заместительная за мой грех. И склоняемся в молитве покаяния, обращаемся. Бог входит в жизнь Духом Святым и садится на троне и управляет жизнью моей. Это начало новой жизни. А в какое время это можно? В каком возрасте? Как вы думаете, друзья, дети, молодежь, подростки? Знаете, я всегда отношусь с благоговением и с одобрением к детской молитве, даже в детском возрасте к молитве покаяния, молодежном, подростковом. И даже в пожилом возрасте
Если в жизнь вашу не вошел Христос, вам нужна новая жизнь. Вам нужна жизнь со Христом. И тогда конфликт заканчивается. Тогда сие самое помазание, Иоанн говорит, научит нас. Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы отвергли дела плоти и жили для Бога новой жизнью, имели радость в этом. На этом заканчивается конфликт с родителями, конфликт внутри себя, конфликт с церковью, в семье начинается новая жизнь. Дорогие друзья, когда это нужно сделать? Знаете, в одной церкви пастор говорил проповедь и призывал к покаянию. После собрания один юноша подошел и говорит, пастор, скажите, сколько времени нужно, чтобы покаяться? Он говорит, ну, может быть, минуту. О, хорошо, спасибо, я успею. И пошел. Он говорит, молодой человек, а сколько у тебя минут жизни осталось? И он остановился. Дорогие друзья, никто из нас не скажет, сколько лет, дней или минут жизни у тебя, у меня осталось. Это в Божьей власти. А покаяться нужно тогда, когда время благодатное, благоприятное. Среди нас есть и юноши, и девицы, среди нас есть взрослые люди. Если жизнь ваша еще не отдана Богу, вы не ждите голоса с неба. Бог работает через сознание наше, когда мы разумеем, и через сердце наше, когда Он Духом Святым зовет. Может быть, это день сегодня, сейчас. Ты во время проповеди можешь выйти, и мы будем вместе молиться. Это будет началом новой жизни. Ты можешь, когда у нас будет молитва, помолиться молитвой покаяния. Это будет новая жизнь. Благодатная жизнь, когда внутренний конфликт закончится, когда наступит новая жизнь, благодатная с Господом. А вот еще есть третье состояние. Если нам сейчас братья высветят, когда человек невозрожденный, Бог стучится к нему, он открывает сердце, и Господь входит, и это новая жизнь. Проходит время, и внутри что-то происходит. Нет внутреннего мира, нет желания читать, посещать собрания, какой-то труд вести, как мы сегодня говорили. Есть конфликт в семье. Что произошло? А то вот оно, третье состояние. Вновь внутри, в душе моей, на троне не Христос управляет, а опять мое эго, мое «я». Моя человеческая натура, она превозмогла. И я делаю то, что я хочу, а не Христос учит. А Христос остался внутри, но в стороне. И вновь мес внутри. Вновь нету мира. Ни здесь, ни здесь. Ни удовлетворенности. Позвольте сказать, если в вашей семье, в молодой семье или уже пожилой, постоянные конфликты между мужем и женой, между детьми. Поверьте, это третье состояние, когда внутри, в сердце, не Бог управляет теперь уже, а вновь твоя личная натура. Это плотское состояние. Помните, апостол Павел говорит Коринфянам, «Я не смог говорить с вами, как с духовными, а говорит, как с младенцами, как с плотскими». Эту тему как-то подобную пастор церкви прекрасно нам преподнес тогда, и он назвал еще твердой пищей, когда душевный человек, духовный и плоской человек. Так у меня вопрос, а как быть в том состоянии теперь? То же самое, начало новой жизни, покаяние. Но для этого необходимо, поверьте, американцы говорят, необходимо к канцлеру обратиться, который бы работал с душой. Мы по-русски называем душепопечение или пасторская работа, пасторская забота. В таком состоянии самый лучший выход, если вы пригласите пастора к себе домой или придете к нему, поговорите, я верю, это поможет,
И тогда вновь Иисус Христос займет место на троне. Он будет управлять, и все конфликты закончатся. И мирная жизнь, благодатная, она восстановится. Пусть Господь будет для нас благословением. А для меня вот это место священное Писание, которое очень дорого. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь. Сейчас я предлагаю молитву. Есть хороший христианский гимн, молитвенный гимн. В двери закрытые, поздней порой, кто-то стучит. Дорогие друзья, юноши, девицы, братья и сестры, если ваше сердце, Господь, стучится, сегодня время молитвы. Мы сейчас все встанем пред Господом на ноги наши, а хор тихим голосом споет гимн. Если у вас есть на сердце желание начать новую жизнь, закончить все конфликты, начать новую жизнь со Христом, посвятить себя для вечности и ожидать славного явления, пройдите, пожалуйста, и мы будем молиться. Склонимся пред Господом.